удобно. Так это будний день должен быть, да? А можно в понедельник перезвонить? Я просто сейчас в отпуске, в понедельник первый день выйду, и тогда это там согласую и будет. Да, 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 да. Можно так? Все, я в понедельник позвоню тогда. Ага, спасибо, до свидания.
Костя, мы с вами подъезжаем к аэропорту. Вот вы подышали горным воздухом, морским воздухом, попринимали солнечные ванны и морские ванны. Все хорошо отдохнули. Прекрасно, замечательно. Да, это не работает. Напоминаю вам, что вы летите в Москву, номер вашего рейса 5504, время вылета 14:40, регистрация началась, продлится до 2 часов. Регистрация будет в секторе С на втором этаже. Норма провоза багажа 20 кг на один чемодан, если у вас общий чемодан на двоих человек, то 30 кг. Ручная кладь 5 кг. Взрывоопасные вещества, оружие, наркотики провозить запрещено. Жидкости более 100 мг, колюще режущие предметы нужно складывать в багаж, вручную кладь нельзя. Чемоданы можно взвесить на специальных весах, либо на свободных стойках регистрации. Упаковка багажа, тележки для багажа в аэропорту имеются. При входе в аэропорт надевайте маску. Если у вас нет маски, можете приобрести в автоматическом киоске у входа в аэропорт. Когда зайдете внутрь, положите чемоданы на магнитную ленту, все мелкие предметы, телефоны, гаджеты, ключи, монеты, наушники поместите в сумку и тоже на магнитную ленту, либо в контейнер. Мы с вами сразу заезжаем на второй этаж, никуда подниматься не нужно. После прохождения металлоискателя проходите внутрь, посмотрите на табло стойки своей регистрации. Вы можете оставить отзыв об отдыхе на официальном сайте Библиоглобус www.bgoperator.ru. При выходе из автобуса не забывайте свои вещи, проверьте верхние полочки, кармашки перед сиденьями. Ничего, пожалуйста, не оставляйте и, конечно, багажный отсек. Мы вам желаем хорошего полета и мягкой посадки. Прилетайте к нам еще.